Число вызовов скорой помощи за последнюю неделю в регионе снизилось с 450 в сутки до 320. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов. Шла речь и о наличии свободных коек. Развернутых 1993 койках на сегодняшний день находится 1774 пациента. Число свободных коек на утро сегодняшнего дня за последний практически месяц максимально 219. За минувшие сутки в Орловской области зафиксировано 339 новых случаев заражения коронавирусом. 147 человек выздоровело, скончалось трое.